Томаты устойчивы к болезням. Эти сорта томатов позволят вам добиться максимального урожая. Выращивая томаты, вы, наверное, не раз убеждались, что болезнетворные бактерии с удивительной быстротой приспосабливаются к пестицидам и химикатам. А бороться с болезнями растений становится все сложнее. Так не проще ли посадить сорта томатов устойчивым ко многим болезням? А я расскажу о некоторых из них, которые знаю, может, вы знаете другие. В основном их выращиваем в теплице, но есть и для открытого грунта. В теплице посадите Virtuos F1, очень неприхотливый, высокоурожайный сорт с крупными вкусными плодами. Легко переносит перепады температуры и влажности, устойчивый к фитофторе. Томаты не растрескиваются. Spartak F1. Среднеспелый, высокорослый, с крупными ребристыми плодами. Сорт устойчив к кладоспорозу, вирусу табачной мозаики, фузариозу. Опера F1. Очень ранние, высокие плоды, гладкие, но не очень большие. Сорт устойчив к основным заболеваниям. В открытом грунте я сажу. Богему F1. Низкий куст с крупными, очень вкусными плодами. Устойчив к основным заболеваниям, в том числе и нематоде. Жар птицы F1. Ранний сорт, высотой до 70 см. Оранжевые плоды плоскокруглой формы. Очень вкусные в салате. Устойчив к вирусу мозаики, альтернариозу. Образуют плоды даже при пасмурной прохладной погоде. Посадите эти сорта. Они отличаются неприхотливостью ко многим болезням. Кроме того, они очень вкусные и урожайные. Хороших вам урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.